Всем привет! Я хочу вам сейчас рассказать о технике горячего грудного обертывания по Александру Залманову. Практически эта техника помогает при вирусных пневмониях и в частности при коронавирусной инфекции. Процедура крайне простая. Вот кровать, на ней там может быть матрас. Поперек кровати укладывается широкое махровое полотенце. Вот оно тут у нас под номером один. Другое полотенце, обычно сложенное вдвое, оно должно быть от подмышек до нижнего края ребер по ширине. То есть, если взять махровое полотенце, сложить его вдвое, оно должно от подмышек доставать до нижнего края ребер и быть где-то на полтора, там на два запаха. Это полотенце, значит, скатывается в рулон. Вы можете надеть нитяные перчатки, поверх этих перчаток можете надеть резиновые, чтобы себе там руки тоже не пожечь. Опускаете этот рулончик в тазик с горячей водой, там 60-65 градусов, Залманов там, по-моему, 68 градусов приводил. Держите, температуру воды, как говорится, в 60 там, градусов, 65 вы можете всегда термометром, как говорится, померить, обычным термометром для ванн. Вот. Хорошенько намочили этот тазик, полотенце в тазике, взяли этот рулончик, отжали его и, значит, положили опять-таки вот поперек вот этого полотенца. То есть полотенце лежит на кровати, большое, широкое, махровое, на него вы кладете, значит, горячее полотенце отжатое. Больной, значит, укладывается на спину. И вы, значит, ему это дело запахиваете полотенцем, вокруг грудной клетки. Я говорил, что оно должно быть где-то там на полтора, где-то там на два запаха. Значит, запахнули. Затем полотенцем более широким опять-таки взяли, значит, закрыли человека. Оно тоже может быть там от подмышек, как говорится, и пониже, до нижнего края ребер. Вот. Завернули его вокруг пациента и сверху укрыли одеялом. Процедура 20 минут. После процедуры, значит, человека нужно просто-напросто насухо вытереть и дать ему там полчасика-часик просто там отдохнуть, полежать там в кровати. И так вот это дело делается 3 дня подряд. Затем, значит, делается перерыв там на один день. И можно снова процедуру повторить еще 3 раза подряд сделать. Длительность процедуры 20 минут. В тяжелых случаях делают по 30 минут. 2 раза в день. 3 дня сделали. Там день-два отдохнули. И снова на 3 дня делаем. Вот, собственно говоря, и вся техника горячих грудных обертываний, которая, значит, очень помогает при вирусных инфекциях. И в частности при инфекции коронавируса. Значит, если больной очень тяжелый и вы чувствуете, что вы не справитесь, то это дело можно делать под присмотром врача или опытной медсестры в больнице. Вот. Ввиду абсолютной простоты процедуры, значит, вы понимаете, что ее можно делать в любом месте. А сейчас ведь больницы там развитых стран, таких как там Франция, Испания, там, я не знаю, кто там еще, Италия,
Вот. Они просто завалены, и у них очень большая смертность. А вот такой простой процедурой можно, значит, существенным образом снизить смертность и принести большую пользу людям. Значит, вот такой вот простой процедурой вы можете помочь себе сами и своим близким. Действует это очень и очень хорошо. Поэтому я желаю, значит, вам вот эту процедуру, как говорится, уловить. Вот, очень простая и действенная процедура. Значит, может выполняться и должна, значит, двумя людьми, ну, я имею в виду сам человек больной и плюс помощник, который, значит, вот помогает ему, значит, сделать это обертывание. То есть в ней присутствует два человека. Вот. Пожалуйста, я не претендую там ни на какое авторство. Можете размещать мой ролик, как говорится, где угодно и как вам заблагорассудится. Значит, тут задача-то самая главная какая? Ну, просто-напросто помочь людям, потому что сейчас уже, как говорится, не до жиру, как говорится, а быть бы живу. Ну ладно, я желаю вам всего самого доброго, всяческих успехов и до новых встреч.